Трианекс. Real Business Team. Здравствуйте, с вами Ольга Стрельцова, и в этом приветственном видео мне бы хотелось познакомиться с вами, рассказать немножко о себе и поговорить о таких видах деятельности, как работа, малый бизнес и интернет-бизнес. Мне 30 лет. В 22 года я получила 2 высших образования. 8 лет я работаю по профессии на предприятии и параллельно веду классический вид бизнеса в сфере торговли. Лет 5 назад я обратила на такой вид деятельности, как интернет-бизнес. Обо всех видах деятельности я знаю не понаслышке. Мне бы хотелось поделиться с вами своими впечатлениями, своим мнением. Все мы, или многие, точнее, из нас, работали на предприятии или работают на нем. И сколько бы мы усилий не прилагали, что бы мы ни делали, сколько бы времени мы не проводили на своей работе, наш доход ограничен окладом или тарифной сеткой занимаемой должности. Конечно, мы можем приложить максимум усилий, нас повысят, и мы станем зарабатывать больше. Но с этим придет больше ответственности, и вы все чаще и чаще будете проводить свое свободное время на работе. И, наверное, так же, как и мне, вам неоднократно приходила в голову мысль о том, что вот бы сейчас все бросить и отправиться в путешествие куда-нибудь на море или хотя бы просто отдохнуть с друзьями на речке. Мы не можем этого сделать по одной простой причине, что нас никто не отпустит, что у нас много дел на работе, которых никогда не переделать. Мы собираемся, идем на эту работу и понимаем, что мы опять зависимы от нее и что мы не свободны в своих действиях. Конечно, можно предпринять что-то для того, чтобы вырваться из этой рутины и открыть, например, свой малый бизнес, как когда-то это сделала я. Это хорошая попытка изменить свою жизнь. Но что изменится? Давайте посмотрим. При современных рыночных отношениях, при большой конкуренции, развить малый бизнес достаточно сложно. И для того, чтобы выйти на доход, скажем, 10 тысяч долларов в месяц, вам нужно потратить не один год и вложить при этом достаточное количество средств. Самое главное, для того, чтобы вы получали доход, вам нужно набрать базу клиентов, создать сеть потребителей, которые у вас будут ограничены пределами вашего города. Это не главное, сколько вы будете зарабатывать, занимаясь малым бизнесом. Главное, сможете ли вы его оставить и отправиться в путешествие со своей семьей. Если у вас нет заместителя, если у вас нет того человека, на которого вы сможете оставить свой бизнес, вы не сможете этого сделать. Вы опять зависимы от своей работы, вы не свободны. Я сделала свой выбор в сторону интернет-бизнеса. Это бизнес больших возможностей. Это бизнес, при котором вы получаете желаемый результат. Это бизнес, который не привязан к определенному месту, не привязан к офису. Если у вас есть интернет, есть ноутбук или просто смартфон, вы сможете вести свой бизнес в любой точке мира. Это бизнес, он больших масштабов, он не привязан к вашему городу. Это бизнес, который приносит желаемые результаты, это бизнес больших возможностей. Это всемирный бизнес. Знаете, самое главное, вы поймете так же, как и я, что вы стали свободным человеком, что вы независимый человек. Конечно, у вас начнут возникать вопросы, что такое интернет-бизнес, как правильно выбрать компанию, как правильно выбрать команду и вообще, что нужно делать для того, чтобы добиться результата. Обо всем этом мы с вами поговорим в следующих видео. Пока ответьте, пожалуйста, на простой вопрос. Напишите ниже комментарий под этим видео. При каком виде деятельности вы бы чувствовали себя свободным и что бы вы хотели поменять в своей жизни? Обращайтесь ко мне в Skype, я вам расскажу более подробно, как заниматься бизнесом, как изменить свою жизнь. С вами была Ольга Стрельцова, я желаю вам успехов. До встречи в следующих видео. Трианекс. Real Business Team.